Вообще они ничего не боятся. Вот ты видишь Пугна, Лешрак, Джакира, уже три героя, которые ломают те здания, или как минимум навязывают свою игру в плане агрессии, и еще забирают в рейс-кинга. Если посчитать АУЕ, которые есть у четырех героев, элементарно нужно чем-то убивать крипов, которые идут тебя пушить там под меками, всякими аурами. Его нет вообще, да. Его нет вообще, да. Есть только стан опять Нюкса. То есть Нюкс пока в главных ролях. Причем он подходит дать этот стан, и его просто там рассыпает все, что есть у Cloud9. Я могу сказать, что очень давно не видел Джакира, который, кстати, в пуше очень хорош. И также давно я не видел Рейскинга в профессиональной доте. Я видел на квалах Кенту, где Дредд играл на Джакира, кстати, у него очень хорошо получалось. И если ты идешь давить, против она... Нави же это была супер игра. Да, она очень сильно нападает на врага. Так, у нас пошли дальше баны. Зачем-то Hellraiser забанили антимага. Ну, возможно, они думают, что Cloud9 захотят пофармить, но у меня есть ощущение, что сейчас будет какой-то пятый герой, который усилит твой пуш, и они просто снесут их, потому что котел забанен, который может спасти ситуацию. Аппарата также нет, то есть по-любому будут захиливаться, и Клоудам остается какой-то вообще кэрри. Хотя кэрри может заехать и Джакира, и Пугна, тут вообще не суть важно. Впитывать есть кому, это Легион Командер. Он, правда, не лучший впитыватель, но тут немножко другая ситуация. Ты подходишь, ставишь вард Пугны. Вард стоит, и вы стреляете. Если ну, как враг... мы видели в прошлой игре, в принципе, там впитывать-то особо и не надо было, они сами нападали. Да? Финиш, ну, ты перебил тебя. Ну вот, поэтому просто берем все, что сильно в замесе. Ну и, собственно, опять... последний пик. Да, ну получается изи лейнер. На самом деле может Луна спокойно зайти. Вот ты просто смотришь на все это, еще если добавить сюда пассивку, там вообще будет нечего делать. И фокусить Луну моментально нечем. И главы прыгают по всем. И Бруда может зайти просто как пуш в хардлинию. Прикиньте, а по одной стороне идет Бруда с паучками, по другой Пугнали Шрак. А у тебя УЕ вообще нету. Это вообще, да, но тут вообще все, что. Тут, по-моему, все что угодно заходит. Тут хоть Урсу можно брать в танка. Она идет и принимает на себя удар. Ну-ка. Ну, я так понимаю, Легион все-таки будет собираться через какого-то танка. Возможно, возьмет себе блинк, чтобы инициировать, потому что под таким давлением хорошо врываться, ты инициируешь, и очень много урона магического быстро героя забираешь, получаешь урон. Но так как ты урон получаешь с ультимейта дополнительный, тебе просто можно после блинка тарить себе там какой-то БКБ и хп, да, обрастать все больше и больше. Да, просто раззоры, боже мой. Тут знаешь, вот все герои ходят. Лансер. Ну, такие Cloud9 решили слегка засейвиться. То есть, мало того, что у них есть яростный пуш, которым могут напрячь Hellraiders, так еще и лансер, которого опять же убивать нечем. Одно, один стан Нюкса против иллюзий. Hellraiders нужен кто-то, кто способен убить лансера. Лешрак у Cloud9. Гирокоптер, ну вот гирокоптер может быть, ну как вариант. Эмбер Спирит может прыгать по иллюзиям, хотя все равно сомнительно лансер его, ну как бы лансер там может иллюзии на него посылать по одной. Тогда Эмбер Спирит ничего не сделает. И ситуация просто нереальная. Кем же будут кэрировать Hellraiders? Я надеюсь, не в Рейскингом. Рейскинг — это не тот кэрри, который убивает лансеров. Ну а хоть... здесь ему уже особо выбора нет, потому что у них остается по факту мидер. У них есть Винга, у них есть Визаж, и это уже два саппорта. То есть если не Рейскинг, то у них получается вообще четыре саппорта. Никс, Визаж, Винга и Рейскинг. Вот тогда можно брать какого-то шейкера. Я думаю, по-моему, если кто-то способен спасти ситуацию, то только шейкер, потому что он хотя бы прыгает в лансера и фиксирует его на месте. Может давать станы. За это время в Рейскинг наваляет всем. Но опять же, я не знаю, еще Тракса, кстати, может зайти. То есть у тебя аура Винги, аура Визажа. В Рейскинга можно сделать суппортом. Он на самом деле более-менее, ну, станчик кидает и впитывает. И при этом в лейте под высоким ДПСом Визаж с Вингой они дают нормально. Но вместо Траксы у нас Квапа. Ну, кстати, у него тоже есть АУЕ. Если получится закомбинировать, со станом будет классно. Но я на Cloud9. Слишком уж ну... силен их пик. Да, тут такое АУЕ у Квапы, то что даже если она соберет Аганим, у нее по факту АУЕшный спелл это только ульт, потому что для того, чтобы дать скрим, ей нужно запрыгивать в драку, это нереально. И в итоге ульт раз в 40 секунд, у Пугны кулдаун первого спелла маленький, Леший с диаболиками, все это идет, давит, Джакира плюет по вышке. Честно говоря, да, я соглашусь, что здесь пик клоудов. Более того, они еще, как ты сказал, засейвились, они не стали идти в какой-то супер-олл-ин. Ну, конечно, сам
саппорт пугна жадная, но как мы видели из прошлой игры, буквально там чуть-чуть подфармить какой-то пятый левел, может быть арканцы, может даже просто арканцы на каком-то из героев, и просто идет, бластами сносит все ТВРа, которые только возможно. В доте. Да, я вообще не видел, чтоб Мизери проигрывал на пугне. Вот шутки шутками, он, по-моему, 100% винрейт имеет. Возможно, Фата играет на Лишаке, Бонсеван на Легион Командере, Мизери на пугне, Тернал Энви на Фантом Лансере и Биг Дэдди на Тейл на Джакира. А у Хеллрайзерс, Годэм, Венжефул Спирит, Эрэмэн Визаж, Дред на Нюксе, Джастин Нуб на Врейскинге и Афонин на Квин оф Пейн. Но от начала здесь будет зависеть очень много, потому что если начало Ашер выиграют, то у них появятся шансы. Если же они начало проиграют и дальше Cloud9 просто пойдут давить, то, честно говоря, все очень тяжело представляется мне для данной команды. С другой стороны, в лейте вот этот Race King довольно-таки силен, плюс много дамага за счет Винги и Визажа, ну такого физического. Есть Никс, который также хорош в лейте и моноберном своим, и с Аганимом очень хорошие станы может выдавать. Ну, в общем, лейт потенциал пик Ашер есть, и здесь главное дожить им до лейта, но это будет очень непросто. Да, осталось сделать чудо и каким-то образом защитить свои ТВРа против Пугны, Лишрачка и Джакира. Трех вообще самых жестких пушеров на ранней да. стадии. То есть тут даже ДК есть, у которого есть ультимейт, и он там раз в несколько минут его включает, а здесь просто раз в несколько секунд тебе прилетает по вышке, выходит на руну, но тут тяжко будет биться, Джакира выходит, Лишак попадает станом по двоим, ой-ой-ой, как же больно, в итоге First Blood, Big Daddy должен отъехать, Big Daddy отъезжает, но кажется... И Баха также забирают. Очень здорово сыграл в данной ситуации Фата. Стан по двоим. Великолепно. Ты, кстати, был прав. Да. И... Мизери не прощает. Ну, саппорт пугни вообще слушай, я не знаю, разу. Откуда ты взял эту стату, ну, в плане, в голове. Я просто не помню особо его игр на пугне, но, видимо... Я просто помню, я еще и парсер иногда смотрю, и почему-то вот он бегает, да, и вроде бы... И просто побеждает вообще все игры, неважно. На пугне. На персонажа, у которого там 480 хп и прирост силы там очень маленький. Да, и аналитики, то есть у нас тоже говорят, что, мол, вот, пугна, она, вот так у нас сверху тут нападение, сейчас очень опасно. Поехали на Нотейло, станчик, второй станчик, фокус от Физажа, и в итоге забрали. Так вот, просто у нас даже многие аналитики, они говорят, вот, пугна на саппорте, что-то, ну, тяжело разогнаться, но каждый раз все время игры происходит так, что Мизери, он на этом герое просто находит себе арканы, и меку, и девятый левел, и в замесе просто нереальный КПД. Ну вот, он уже начинает отводить. Во-первых, Radiant линия, Radiant сторона для этого очень неплоха, потому что просто отводить достаточно. Ну и как мы видим, он здесь, несмотря на то, что ему выпали волки, он сейчас их все равно имеет шансы зафармить, не стал добивать. Дред выходит к нему, Дред начинает ковырять. Мизери не самый прочный герой ему, у него. У Дреда же напротив, Никс, который с руки очень неплохо может помахаться. Но подходит Фантом Лансер, и... Дред вынужден капитулировать. Дред. Сейчас он хорошо стягивает Фантом Лансера. У нас Энви отвлекся от фарма, в итоге не добивая часть крипов. Размен пугна против Нюксайта однозначно в пользу для него, потому что тут высокий реген. То есть мало того, хороший что у тебя реген, свой, да, да, так еще есть и танго, точнее манго. И плюс забирает руну. Мне кажется, да. у агильщиков Оста. Вообще... Богатство. Тоже ну, богатство тоже неплохо. Мне кажется, у Никса из агильщиков один из самых высоких, если не самый высокий реген ХП. Очень у него действительно много. Хотя не скажешь, что он там супер прочный, большим количеством силы обладает, но просто вот такой врожденный реген. Годдам! Ай, Годдам, как же ты его не увидел-то? А, увидел, он ждет. И Фата второй раз подряд, по-моему. Но... Не, это не Фата. В прошлой игре был Афонин. А, в прошлой игре Афонин был, да-да-да, точно. Но он смотрел, хитрее сделал, просто поставил курьера рядом с собой. Да, ждет. Ну, ждет, когда Винга покажется на линии, знает, что ее нет. И сейчас он увидит, что Винга приходит. И он видит, что Винга приходит, и курьер сразу же отправляется, ничего не опасаясь. Потрясающая игра от Фаты. Ну, такая, на самом деле, очень умная игра. Говорит о том, что он думает не только о том, как миссить крипов на миде, но и смотрит еще на том, что происходит вообще. Говорит о том, что он покерист, который иногда хочет заставить противника потратить время и нервы. Пытается. Так, тем временем... Выходит... Сверху. Выход на верхнюю линию. Атака Бонсевена, стан, соло ассампшн. Бонсеван подхиливается. Овервелми нотс, но...
слишком много здесь хп, чтобы пробить этих персонажей. В итоге на верхней линии уже дважды забирают. Хотя здесь, конечно, получают много экспы и много золота герои команды Cloud9, как мы видим у Бонсевена 14 крипов. Но такой фит, он, конечно, сказывается не очень хорошо. Да, тут некоторые проблемы, с другой стороны, у Рейскинга, у которого есть аура. Линия потихоньку пушится, но у него совершенно нету регенов. Приходит легионка, и все, и он не фармит. Вот такая вот ситуация. Вроде бы убили, но в отсутствие регена в итоге даже хуже получилось. Ну, вот сейчас, может быть, что-то приедет в куре. Тангусики. Ну, тангусики, хотя бы что-то. Пласточку нужно, конечно. Да, не вот сверху, кстати, знаешь, такая какая-то нестандартная ситуация. Вроде бы и убивают Бон Севена и Джакира, но посмотри на крипстаты. У Легион Командера крипов больше, чем у Рейскинга. Как он вообще это делает? Ну, в принципе, поэтому их и убивают, потому что они стоят жадно и вообще не думают о том, чтобы отступать, продолжают фармить. Выходит Винга, должна она как-то пытаться кого-то убить, но в итоге ВК. ВК, 10 хп, ВК выживает, потрясающе. Джакира идет за ним, Джакира, последняя тычка. ВК выживает на 20 хп. Очень жадно сыграл Нотейл. Однако ВК приходится отступить на базу. Опять же, этот размен, он как бы, несмотря на то, что в минус для Cloud9, есть определенный плюс. ВК фармит очень мало. Нет, есть определенный плюс, потому что пока ВК бежит на базу, он тратит очень много времени. В это время Бон Севен стоит и добивает большую часть крипов. Винге очень тяжело сражаться, да, у Винги 48, у него 66. В итоге, вроде бы, ты получил там, сколько, 200 голды, но эти же 200 голды у нас легиончик и подфармил. Поэтому пока линия сверху отрабатывает, даже несмотря на то, что они фидят. РМН, выход на мид, у Фата большие проблемы, нажимает стики, дает стан, тут же получает соло ассампшн и последнюю тычку Афоня. Идет, хороший скрим, и забирает. Да, еще чуть-чуть бы Лешак может, мог выжить. Хорошие пока что движения от саппортов команды HellRaisers, они очень здорово напрягают и верхнюю линию, и мид, и в общем-то пока что можно сказать, что делают достаточно много. Да, я бы сказал, что пока графики говорят нам о другом. Ты просто посмотри на это. Ты посмотри на этот разрыв. То есть у нас Лансер 33 крипа, Лишрак 24, Легион 24, а ближайшая это Квапа, Неврейскин, которого охраняли два героя. И нужно срочно что-то делать сверху, потому что Легион 5, ВК 4, и вот нужно прямо сейчас убивать Нотейла. Нотейл в позиции, будет морозить. Ну нет, нифига он не морозит, просто решил похоронить Бон Севена. Бон Севен, в свою очередь, бежит. И бежит он за Гудемом. Гудем, живи! Подходит сюда Мизери, как он вообще здесь оказался, непонятно. И можно забрать в итоге и этого тоже. Говорит Афонин. Идет у нас за Биг Дэдди. Вот эти вообще не волнует, то что за ним бежит Квапа. В итоге фокусит у нас в Рейскинга, у которого есть стики. В Рейскинг убегает. И опять размены поехали. Да, но Тейл еще и под вышкой решил подраться. Вообще интересно играет Нотейл. Он не боится ничего в этой игре. Да, ну Тейл просто потрясающий. Танковый четвертый раз подряд. В итоге у него 1-4 статистика. Очень хорошее подключение от Квапы. И сюда пришел Лишак и Пугна, но оказались здесь достаточно поздно. Ну вот, собственно, движение. То есть пока что графики в пользу Cloud9. У них очень удачные линии. Но пытаются Ашер это изменить. И должно. Вот сейчас уже, да, все выравнивается. То есть да, изначально, несмотря на хорошие действия от саппортов, все было не очень здорово. Но постепенно вот эти фраги с каждой минуты приносят все больше, и это все окупается. Передвижение. Ну, 2-7. Очень хороший задел. Да, правда, проблемы у Дреда на нижней линии. Но он получает здесь свою экспу. Главное. Никто не трогает Энви, он на фрифарме. Фантом Лансер. Немножко опасная ситуация. С другой стороны, Фантом Лансеру, ну... А что здесь с ним сделать, учитывая, что все остальные линии довольно-таки напряженно заняты борьбой, и приходить убивать, пытаться Фантом Лансера, у которого есть Доппельгангер, это слишком. Да, здесь еще есть прикольный момент, то, что когда ты идешь убивать Фантом Лансера, тебе нужен, как у нас, Бон Севен, впитывает, Пугневич спасает, Пугна дает вард, и перетяжка от 4 героев. Так вот, если вы все поете гангать Фантом Лансера, то в это время Леший, Пугна и Джакира моментально снесут тебе тавер, а за ним это два, и в итоге HellRaisers сейчас не в самой выгодной позиции. То есть им приходится бросать Фантом Лансера, пока не уснешь шестой, чтобы можно было ворваться с Вендетты, и идти драться наверх. Вот я на месте Дреда сейчас, возможно, даже наверх побежал. Сентрей здесь нет. Герой сладенький, и можно убивать снизу, он все равно Лансеру ничего не сделает. Да, герои в атаке у Ашер все-таки хорошие. Это и Визаж, Венга, стан, соло ассампшн, минус один.
Причем моментально. Но все-таки Афони у нас пробежался вниз, попытался что-то здесь сделать с Энви, но Энви играет аккуратно, не подставляется. Хороший билд у него. Реген, Порман Шилд, чтобы крипы не пробивали, 8 левел. И, возможно, сейчас сделает себе какую-то Яшу или барабаны, чтобы чувствовать себя более уверенно. ВК тем временем взял ПТ, есть у него почти 6. Ну, возможно, не будет сразу на 6 брать ультимейт, чтобы вкачать его по ситуации. С другой стороны, даже кэрри ВК. Может быть, возьмет сразу. Ну да, оставляет скиллпоинт. Ну нет, все-таки берет. Оставил на пару секунд, в итоге решил вкачать. Напомню для тех, кто, в общем-то, не особо понимает, зачем это делается. Тем временем на миде нападение на Фату. Но что-то не очень удачное нападение. Теряет в итоге Афоню здесь. И Пугна забирает буйствующую Queen of Pain. Да, Мизери на Пугне не прощает. Ты прав. Да, Мизери порабощает. Просто перетягивается. Сейчас Бонсевена могут проработить. Заходит Винга сзади. Дает станчик. Бонсевену при... Ну вот это уже фит пошел. То есть стоят на харде. Никакого вижена нет. Врага Винга, Брейскинг, Нюкс, Самакаша. То есть кто угодно приходит и забирает тебя. И он, ну, стоит дальше, качается. Поэтому Бонсевену надо завязывать. Но то с другой стороны, пока там бегают за легионкой, у нас по-прежнему давят линии, по-прежнему Envy вообще стоит и фрифарминг, кстати, вот делает барабанчики, чтобы... Ну, Дред на него сейчас неплохо напал, и Envy просел по хп. Да. Очень жестко. Но в центре ничего не сделаешь. Вард стоит, подходит Годем, 6-й левел, достают свапом, и в итоге развели на 100 долбин. Хотя и Вард забрали. Надо донать вышку, срочно, срочно донать вышку. Почему-то делает это один год дем, он ее донает очень долго, но враг не наказывает. Вот это уже неплохо, задонаили вышку, не дали полную голду. Хотя сами, конечно, перетянулись, и в итоге их чуть ли не больше, чем соперников было, но хотя бы не дали забрать тавр. Сверху у нас Джакир на подсейве находится Бонсевена. Бонсевен тут собирается, кстати, решил сразу собираться в КП, находит Афоню на варде. Опять Мизери? Ты смотришь, что да. Творит. Ну, здесь отличный вард, который поставил у нас... Мизери! Нет, да? Не Мизери. Его поставил Биг Дэдди, но, тем не менее, да, Мизери очень вовремя здесь находился. Если бы не он, забрать бы не удалось. И сразу же в смоках перетяжка наверх. Очень опасная ситуация. Годем находит Джакира. Джакира может его не отпустить. Да, декрипифай. Как же больно Винге. Она просто сгорает на ультимейте. Ставится вард, тут же ВК его срубает топориком, отличный сендрячок стоит. Он же, правда, заканчивался. Ну и начинают потихоньку падать вышки. У Джакира ликвидфайр 3 уровня, у Мизери есть 4 левела. Незербласт, фортификейшн. Подходят, попытаются подраться, Дред Вендетти. Нету сентриков, нету абсолютно ничего. Дред сейчас может зайти очень здорово. У Афони есть ультимейт. Кусают Бонсевена. Минус Афоня. Стан Лешака прямо в карапас. Лешака закиливают стиками. В итоге Лешак падает. Можно танковать дальше Рейскингу, потому что у него все еще есть ульта. Мизери уходит на ТП. Джакира свапует Фантом Лансера. Фантом Лансер получает стан. Джакира уходит на ТПшки. Минус ультимейт. Энви ошибается. Вот он себя сейчас похоронил, выкинув первый спелл в Рейскинга, потому что замедлился очень жестко. И дриблкил для Афони. Я могу сказать, что подключение Дреда на его никсе первое состоялось, и оно было более чем успешно. Дебют удался. Ну, здорово, да, зашел, как раз-таки не было... Вот немножко непонятно, почему не было у клоудов сентриков, потому что это, по сути дела, первое, что они должны были делать против них с Ассасина, выходя в драку, на миде поставили, а на верхней линии подзабыли. Ну, денежки закончились. То есть у нас сейчас Cloud9 ударяются в огромную авантюру, понимают, что не всегда они могут это сделать, и Нотейл в итоге у нас начинает паковаться уже по-серьезному. То есть мы видим у нас... То, что Джакира собирается становиться фулл саппортом, Пугна, в свою очередь, у нас такой выходит семи-лэп, то есть у нее есть уже Арканта, Киемека. И пока Хеллрайзер смогут, им нужно брать Cloud9 вот за счет того, что они все тонкие. То есть, да, герои очень больно бьют ТВРА, но с другой стороны, ты можешь их почти моментально вырубать. Правда, сейчас пиццы подарили легчайшие 200 голды и нападают. Нельзя давать ТВРА, нужно драться. Винга выходит, Лешего цепляют, неплохо, рассказ квапы, ох, как сейчас похоронил Мизери своего соло-мид-героя. Декрипифай под соло-ассампшн зашел не очень здорово, бежит и бах в атаку, но ему стоит быть аккуратным, потому что все-таки
Энви реагирует, доджит весь урон абсолютно. Ой, как здорово! Свапает Винга, Энви врывается в драку, но Рейскинг выживает. Новые птицы визажа, Энви продолжает фокусить. Легион Командер дает дуэль, это минус ВК. Очень здорово подтягивается сюда Бон Севен, идет дальше. Ну, вроде как на этом Ашер успевают отойти под собственную вышку, размен один в один. По-моему, Бак забыл, что у него нет ультимейта. Рьяно ворвался. Продолжают давить. Биг Дэдди находят. Визаж. Отличный стан от Биг Дэдди. Спасают его. Ульт от Квапы. Вард стоит. Дамажит больно. Потрясающий стан от Дреда. Дред падает с Вендетты. Энви. Доппельгангера нету. Энви забирают птицами. Визаж. Визаж очень здорово здесь сыграл. Ну что, Дред и... Кто у нас на визаже-то? На визаже у нас... РМН. Дред и РМН потрясающе здесь все исполнили. Выпадает и бах. Ну, здорово, здорово отбиваются, продолжают размениваться. В принципе, Ашеры, делая вот такие равные размены, они как бы для себя игру продлевают в лейт, и некоторые шансы появляются. Потому что они сейчас набирают очень много экспы, то есть их герои, они не... Ну, вот их герои, они не так хороши в забирании товаров. Единственное, что они, на что они сейчас способны, это сражение. И в итоге Cloud9, которые вот прям вот так вот идут под тавер, лансер, там что-то где-то бегает, главный кор-герой, и старается забрать, он смотрится как слишком вяло. И, естественно, Hellriders доминирует. Вот что хотел сказать, то, что вот вначале ворвались, да, не было ультавра из Кинга, не было ульты у Квапы, то есть забрали лишь рачка, и опять уходите под тавер. Заставляете подойти какого-то тонкого героя, вот, да, там, пугнали Шрак Джакира. Подходит любой герой, кидаешь в него три стана через импейл Нюкса, и в итоге этот товарищ падает. То есть вот под этими таврами возможна драка. Если же... Матч уже вроде как ничего не решал. А здесь же победитель получает 10 тысяч долларов. И чтобы... Короче, чтобы без палева как-то поставить, нужно поставить слишком большую сумму. Это не прокатит. Не прокатит. Поэтому здесь проще на самом деле выиграть. Ну и Ашеры, как мы видим, стараются. Многие вообще списывали их со счетов, мол, там... А, я знаю, Дресс вчера стримил, все, значит... Стримы, вообще... значит, ничего не готовили, значит, все будет плохо. Не, ну вообще Дред, он как-то, на самом деле, он показывает хорошие результаты, учитывая то, что, по-моему, вот до этой игры он где-то в линейке там сидел, босса убивал или еще что-то делал. То есть, на самом деле, у Hellraiser's все нормально, учитывая, что они все играют в лайтовом режиме. Например, когда мы были на том же буткемпе, мы видели, что каждый занимался чем хотел, и если у них так получается совмещать вроде бы и реал лайф, и удовольствие, то а чё бы и нет, можно, ну, можно и так дотку поиграть. Ну да, тем более, что сейчас, в принципе, матчей не так много, подготовиться можно к определенному сопернику, ну, скажем, не так много можно готовить. Нужно времени, чтобы подготовиться к каждому сопернику, потому что соперник по факту только один у Ашеров. Но больше всего это, конечно, новый состав. Вот насколько хорошо им они сыгрались, что они, какая мотивация там вообще. Любопытно, что будет с составом после Интернешнала. То есть определенно. Останется ли старичок Дред, продолжит ли он играть дальше. Я думаю, старичок Дред уже остался. Он уже выгнал двух малых. Все довольно-таки необычно. И занял лидирующие позиции. Все так вот.
собирается да. продолжать выступать. Ну, Дред, да, Дред говорил, что несмотря на то, что вроде как у него есть все предпосылки для того, чтобы развиваться в медийном плане, но ему интересно именно побеждать на турнирах. Пытаться, во всяком случае. У Ашеров, я не помню, были ли прям какие-то победы за этот год. Но было вот топовый, наверное, такой пик, это когда они выиграли квалификацию на DAC, причем ее очень уверенно выиграли, и вроде бы все было неплохо, но на самом DAC'е они выступили даже похуже, ну не похуже, но примерно так же, как те же самые Na'Vi, которые приехали играть в Wildcard. Выступили, конечно, суммарно в итоге примерно так же там. Na'Vi чуть подсдали в плей-офф, а Шеры, наоборот, чуть добавили, но все равно, если говорить о результате, там в тройку не вошли и даже близко. И там, по-моему, и Рейв там довольно-таки здорово себя смогли показать, а вот о Шерах такого сказать нельзя. Ну что, у нас тут все готово. Да, и продолжается. Отлично. Раз готовы. ТП-шцы на вышку Апоня. Ну, продолжается тот самый пуш. Лишак взял себе первого левела Диаболик. Уничтожая быстренько крипов. Сейчас будет доламывать тавр. Пугны нету, поэтому есть шанс заденаить. Нет, не получается. Квапа пытается забрать. Очень неплохо можно забрать. Сейчас Джакира потерялся. Боже мой, что делает Биг Дэдди? По-моему, он познал чудеса в микроконтроле только что. Что-то там случилось. Нажал на 200 кнопок одновременно, не знаю, что с ним произошло. У него было все, чтобы выжить, но... Знаешь, походу в альтабе сидел, знаешь, наверное, вот так вот. Нажал вкачать спелл, как это часто бывает с игроками в паблике. Ну вот, например, у меня такое бывает. Нажимаешь вкачать спелл и тыкаешь его скастовать, а он не кастуется, потому что ты пытаешься его вкачать. Ну, что-то такое, потому что развернулся, повисел. В итоге забирают его, разменен Джакира на вышку, и размен, ну... Конечно, по золоту явно в пользу Cloud9, но хотя бы какой-то размен. Учитывая, что до этого они довольно-таки неплохо дрались. HellRaisers довольно-таки неплохо подрались. Но вот теперь очень важный момент. То есть все это время HellRaisers драли себе без ключевых кулдаунов. Не было ульты в рейскинга, не было ультимейта Квапы. Ну и вообще все герои получили свои уровни. Да, у нас Винга 9, Визаж 7 и Нюкс 10, почти 11. Поэтому сейчас уже пуш Cloud9 будет останавливаться. Потому что даже несмотря на 3 снесенных тавера, их преимущество составляет всего 2000. Это очень мало. Поэтому они идут вверх. Учитывая, что у них еще и ВК, Винга и Визы, что они, в общем, в любой момент могут пойти забрать Рошана. Поэтому на месте Cloud9 лучше, ну, то есть, вот сейчас лучше как-то пережить эту фазу и постараться совершить ганг, например, через Легиона, который, кстати, скоро будет, блин. Напал Афони на Мизери, Мизери ставит вард, юзает Меку, Стики не успел прожать, подходит сюда Фата, старается забрать Афонию, мажет станом, и Афони у нас убегает. Потрясающе, да. Забрали Пугну, у которой была Мек, теперь без Меки остаются. Нету, конечно, ультимейта Квапы, но у Афони скоро появится БКБ, и в БКБ с ним будет совладать очень тяжело, он будет запрыгивать и просто давать свой рассказ, уже не боясь ничего, если сейчас он играет более аккуратно. Также как раз-таки ультимейт ВК откатил, ну все есть. Все есть абсолютно. Блинк у Дреда. И Никс Ассасин с блинком здесь может наворотить дел. Потому что его станы очень сильно решают. Гудам занимает позицию. И очень так, хорошо идут вперед. Видят Джакира, но под вышку вырываться не хотят. Это как опасно. Же долго и реагирует Нотейл. В итоге Гудам теряет довольно-таки много хп. Манаберн от Дреда теряет очень много маны, в свою очередь, Ширак. Так, ну и Envy. Envy в этот момент пушил мид, и надо сказать, что довольно-таки неплохо у него это получилось, несмотря на то, что герой у него не самый для этого подходящий, но большую часть тавера он сбил. Что-то купил себе, что у него? ПТ, наверное? Нет. А, трава? Для тапки. Но это, я так понимаю, не для того, чтобы именно много фармить, а для того, чтобы и фармить, и подключаться к каким-то пушам. Ну, нашел хорошая золотую задумка. Середину. Джакира так. Нашел тем временем золотую... Золотой МПЛ Дреда, скажем так. И умирает. Вон Севен покупает блинк. Идут за Фат. Фату нужно как-то сейвить. Его свапают. Ему дают стан. Мек. Легион Командер врывается. Очень неплохо захиливает Лишака. Здесь же Мек от Пугны. Пошла дуэль. Рейскинг падает первый раз. Все успели отступить. Квапа заходит. Дает скрим. Но падает Queen of Pain. Бон Севен получает стан. Минус Бон Севен. Мизери продолжает драться. Станов нету. Но Мизери явно не хватает дамага. Боже мой, что творит Мизери?
и забирает Никс Ассасина. Ну, потрясающая игра от Мизери на пугне. Возвращается Джакира. Есть армлет у ВК, нужно его переключать. Переключает армлет. Главное теперь не выключить. Дает стан Биг Дэдди, но Биг Дэдди кастует потрясающую макропиру и прогоняет двух героев Hellraisers. Все это время Envy находится на топе. Несмотря на наличие троллов, даже не подумал прийти в драку к своим тиммейтам, которые, кстати говоря, подрались довольно-таки неплохо. Да, которые подрались идеально. Размен Hellraisers, он мог быть хорошим, если бы не вот эта пугна, которая, по-моему, засейвила или широка и убила клопу своим вардом. И, по-моему, пугна в этом замесе сделала почти все, что можно. И еще один бонусный фраг забрал в конце, спрятавшись в елках, скастовав на себя Decrepify. Что творит Мизери? Это фантастика. Так, у тебя время Envy что творит? Бежит за Афоней, точнее Афоней бежит за Мизери, делает у нас ТП и... да, много ХП. На фоне там просчитал, хватит ему или нет. В итоге 390, по-моему, так и не опустился до этой отметки хитпоинта Фантом Лансера. Ну, очень был близок Envy к тому, чтобы отъехать в данной ситуации. Так и не отъехал. Смотрим по графикам. По графикам Cloud9 сохранили легкий перевес. По XP такое же примерно отставание у них. И выдвигаются в мид. Ставят варды против Никс Ассасина. Еще один вард. Был интересный смог, его почти моментально разбили. Вот сейчас ребята хотят уже законтрить Нюкса с Энтрей, но у Нюкса есть блинк. И теперь Дред почти в любой момент ворвется первый на этих противников. И вот, ну, теперь уже с Энтреями его не законтришь. Нашли Дреда. Дред, кулдаун, блинк. Кулдаун Дета, получает дуэль, свап. Есть хороший свап, но потрясающий айспас от Нотейла, и это минус 2. Ну, Нотейл наконец-то сыграл здесь на своем Джакире, потому что до этого так он действовал не лучшим образом. Забирают двух героев и забирают еще и фамильяров. Да, свап в инги в итоге сделал ситуацию еще хуже. И сейчас самое ужасное в том, что переходит сразу же в пуш Cloud9 на следующую вышку. Нельзя ошибаться так ашером вообще, потому что вот преимущество вроде было там 1000, и вот оно уже 3, сейчас станет 4 и почти 5, наверное, даже. Ну, сейчас теперь будет идти очень жесткий сноубол. Лансер отпустили. Вот Лансер, он какое-то время бегал с одними барабанами и особо ничего не имел. Но вот как только он купил себе травела, то ты сразу видишь, у него полторашка сверху, плюс еще и Блэдл в Алакрити появилась, и гангать его сложновато. Ну, тем же Нюксом, при хорошей реакции. Я думаю, ты согласишься с тем, что с появлением Diffusal Blade у Рейскинга начнутся огромные проблемы. Да, и у Рейскинга, что самое интересное, вот он бегает, фармит, у него есть топорик и армлет, но он силовик. Человек, он, как правило, получает здоровье, да, реген здоровья, но это позволяет тебе... Это медленнее, это намного меньше скорости фарма, чем у того же Лансера, у которого главная ловкость. Плюс у Лансера МС 409, у Рейскинга 350, поэтому Лансер его перефармит, вот если учить нетворк. По всем там, да. Да, он его уже перефармливает на 2, ну, почти на 2500. То нужно срочно где-то идти реализовывать, иначе это, если затянется, то будет страшно. Вот мы видим то, что Дред старается у нас найти врага. Подходят они на тавер по центру, но очень крутая позиция у Cloud9. Они прям вот все в разных местах, чтобы Нюкс их не засек. Понсеван очень странно сыграл, он блинканулся на месте, но... в итоге потратил просто кулдаун. Давай будем честны, часть игроков Cloud9 вообще очень странно играет в этом матче. Тот же Нотейл, если Мизери реально пока играет очень хорошо, то есть он и сейвит свою команду, и всегда в замесе кого-то сейвит своей второй, то Джакиру у нас пока, вот, ну, по-моему, был только один момент, где он реально въехал так качественно. Я могу сказать, что игроки Cloud9, они в принципе играют странно вообще время от времени абсолютно все там. То есть да, здесь твоя правда. Ну и вот он диффуз, уже есть БКБ, даже не пахнет у Рейскинга. И да, кстати, учитывая то, что у него не пахнет БКБ, то теперь на месте Hellraisers нужно как-то заделейть тимфайты, пока у него не появится. А делейть тяжко. Потому что ребята просто пойдут убивать Рошана. Узкая позиция для Hellraisers это... Хорошо только за счет клопы, которая может дать свой прокаст. Но мека, пугны, плюс все уже одели брасера, и в итоге взять быстро здесь кого-то сложновато. Идут фамильяры, одного забрали. Да, это, кстати, тяжко, потому что это у новых не будет. Только один остался. И в итоге Cloud9 выманивают врага. Вот Саня хитро очень выманивают. Они типа делают вид, что они Рошана бьют, и тут же уходят. Как только фамильяры улетели, они сразу отошли, ожидая Hellraisers. Hellraisers пошли.
Vision есть вот такой защитный, да, есть Рейскинг. Лансер тем временем просто пушит, натравляет на Вингу свои иллюзии. Винга теряет часть маны. Посеяли, и сейчас можно вполне драться для Cloud9, потому что соперник вообще в другой части карты. Лансер тут просто развлекает своими иллюзиями, почти убил Годема. Годем без маны, все, драться все, еще тяжелее. Да, теперь только разве что Годем уже стикс лапать, а дальше ехала. Катка лютая. Вот, и самое смешное, что Envy ничем не взять. То есть у Квапы БКБ, вот нету Хикса, нету Орчида, и Лансер чувствует себя безнаказанно. Есть Дред, но тут, по-моему, Сентри стоят. Хотя сбили. Есть Рейскинг, которого застанили. Лансер. Копье, и уже надо бежать. Дают стан в иллюзию. Это нехорошо. Ой, диффуз и... И еще копье. Рейскинг падает. Envy. Envy ловит стан, у Envy большие проблемы, его стирают, ошибается, Eternal Envy, потрясающий макрофера, кастуется, Блейдмейл забирает Легион Командер моментально, Рейскинга после его возрождения, Мизери стоит в Декрипифае, живет, у Кудама все очень плохо, кажется, он отсюда не уходит, да, и спасается в Invisi Dread, ему прилетел Курьер, что-то отдал, 3 в 1, и то при том, что Envy ошибся, у него был Доппельгангер, который он не провязал, однако Queen of Pain забирает Пугна на развороте. Как так получилось? А, просто от яда, что ли, догорел? Фамильяр. Фамильяр и яд. Дред, палится, Дред, жить. Лишак, стан по двоим. Фамильяры дают стан, опять же, по двоим. Но, правда, сейчас, скорее всего, их заберут. Да, подходят, начинают бить. Один улетает. Нет, все-таки забирает его Bone 7 с блинка. Ну, Cloud9 победили в этой драке, несмотря на потерю Пукны. Все-таки... Рейскинг также потратил ультимейт. Судя по всему, он был еще... Нет, он уже был второго уровня, поэтому ультимейт второго уровня перезарядится гораздо быстрее. Но уже видно, насколько большие проблемы против этого лансера с диффузом. Он просто кайтит, он выжигает ману, он бьет саппортов, не ввязываясь в драку. Но это если он стоит спереди. То есть Хедрайзе сейчас поняли, что на самом деле, учитывая ну, неблагоприятное начало, хотя Envy сбрили, да, но в Рейскинг почти ничего не сделал, они, если нападут первыми и, допустим, вырежут Пугну, который не поставит вард или моментально зафокусируют лишь Рачка, то есть шанс выиграть драку. Сами заходят на Рошана. Очень да. Быстро его забирают, заходит Джакира. Дреда поджигают, Дред дают стан, еще один стан, свап моментальный, ноутейл подставляется, ноутейл забирают. Очень сыграл неаккуратно здесь. И Рошана забирают. И Рошан Envy, правда, падает, да. Да, Envy, правда, пушит вверх, но это лучше, чем ничего. Для Хеврайзерс. Ну, вообще, это достаточно неплохо. Конечно, если бы туда все-таки зашел, вот Дред вышел с Рошана очень грамотно, задержал Джакира. Если бы все впятером стояли на Рошане, Джакира бы дал туда прокаст, мне кажется, он один бы мог... Ну, не похоронить, конечно, но сделать очень много, плюс Легион. И вот оно, БКБ, то самое. Появляется в этот момент, влетает Bone 7 на Афоню, каши, боль на Афоне, и вылетает Критуля, минус АЕС, еще и Bone 7 получает за это урон. Ну, Bone 7 сейчас очень здорово сыграл. И тем временем Envy бегает на вражеской половине карты, нашел его Дред, гонится, но блин, он ему сбивает, подходит Мизери, захиливает, и Envy попался, могут его, возможно, догнать, свап, Винга, реакция. Есть реакция у Envy, но Дред на развороте. Дает ему стан, подходит сюда Мизери, захиливает Eternal Envy, влетает от него ультимейт, подходит сюда Нотейл, очень хорошая макропира, но БКБшечка на Queen of Pain, на Рейскинге не оставляет врагу шанса. В итоге это минус 2, остается один Нотейл, его гонят до конца, Дред дает очередной шикарный стан и подходит сюда Годем. Закончилась мана. Аркан тапок нет, но вот стики и в итоге Биг Дэдди привет. Рывается сюда Bone 7, забирает Квапу, забирает Вингу, еще сбивает Рейскингу крест, и надо валить отсюда. Надо валить да, отсюда. Да, как же жестко Нотейл и Bone 7 сейчас развалили практически всю команду Hellraisers. Потрясающий айспас, сверху макропира, запрыгивает Bone 7, который всю драку бегал, мансовал. Ну и опять Мизери. В этот раз он не смог затемить своего кэрри, но как много он вынудил потратить лишнего, скажем так, на убийство этого фантоммансера. То есть
вот эта вот лишняя секундочка. Или Шрак. Лишак, который не умирает, у которого, видимо, планируется Блэкинг Бар, и у которого уже 17 зарядов в Бладстоуне. Как же это много. Ну, Лишачок, который на самом деле сейчас зашел чуть ли не идеально. То есть, после того, как Hellraiser сделали минус 2, они очень сильно в себя поверили, но был один большой минус, то, что у всех закончилась мана и у Никса, и у Винги, и в Рейскинга. И в итоге они еще неудачно, ну, в таком стали. И в итоге Фата накрыл всю вражескую команду. 15 левел, 17 стоунов, и вот когда он купит БКБ, его будет тяжко убивать. Также с Бонсевеном проблема, у него уже очень много дамага становится. У него по факту сейчас Блинк и Блейдмейл, но докупит БКБ, плюс 62 урона, ему в принципе итмы на дэмэдж уже не так сильно нужны. Нотейл подставляется в очередной раз, она мне попадает, шикарно мансит. Нотейл у нас выживает, кстати, скорее всего, да, в итоге убегает. Танковая Джакира. И вот Бонсеван, но пока, значит, Бонсеван, он еще опасен, но не настолько. То есть есть такая вероятность, что если он ворвется в драку, ты моментально дашь ему три станчика и убьешь. Потому что его хотя бы можно останавливать, не позволять бить. Как только собирает лишь рачок БКБ Лансер, точнее, Легион Командер БКБ и Лансер тебе какой-нибудь скади тарит, вот там уже начнутся приключения. Потому что нечем БКБ очки останавливать. Тот же нюк становится бесполезным на 10 секунд, поэтому нужно выигрывать сейчас. Дред в позиции. Он, кстати, перетягивает свой вражеский лес. Вот уже занимают сами атакующие позиции. Оставляют у нас одного врескинга сверху. И играют с огнем. Смог. Чувствует, что Cloud9 здесь, ну, что их много. И можно найти кого-то загулявшего. Но в таких ситуациях НК, как правило, отыгрывает очень осторожно. Он просто смотри, где бежит. Вот так вот бежит. Вот так вот бежал все это время. И да, Энвиз дожит всю агрессию. Итак, БКБ на Лишаке уже есть. БКБ на Легионе не заставит себя ждать. Возможно, сейчас Энви даже... Да, тот редкий случай, когда Энви оставляет фарм своему тиммейту, и у тиммейта появляется Блэкинг Бар. Квапа покупает хекс. За этот хекс можно успеть что-то попробовать сделать. Но если нажмут все свои БКБ... Ну, можно до БКБ ворваться и убить, допустим, Лишачка. Тут уже идет игра на реакцию, на позиционочку. Лиши продолжает пушить линию, пытается даже отбиваться, но, естественно, у Лишака пуш потенциала больше. Да, но ТВРО больше нет, поэтому он не рискует подходить. Хотя, смотри, подошел, Дред промазал станом, в итоге Фата у нас убегает, кажется, сюда и Энви, и Легион Командер, вообще вся семья. Как Дред сейчас простил вообще Фату? Такой врыв простил. Был от него. Ну да, там просто был, там почти все были в позиции. То есть и Винга, и в Рейскинг, они могли его унести. Там остальные отдельно. Но можно унести Лансера. Да, можно унести Лансера. Хороший стачек. Найти настоящего. Нашли. И критули пошли. Это не пошли. Дред, давай, Дредуха. Ну, 2 секунды. Ай! Ты хорош, добил. Развернулся сделать удар, это была его роковая ошибка, хотя Доппельгангер уже почти откатил. Но сделал Envy максимум в этой ситуации, мог еще и выжить. Но в любом случае, Cloud9, они играют так эффектно, но на самом деле все это является скорее ошибками. Вот такие вот выходы. С другой стороны, Envy играет так всю игру, уже фармит вражескую вот эту верхнюю линию и добивается успеха. Фата выходит на мид. Неужели пойдет здесь ломать? Ну нет, просто дает прокаст. Не, я думаю, это наглость, надо наказывать, но это уж совсем. Ну смотри, где Лишак бегает. Да. Просто смотри, он один здесь бегает, жмешь F2, где его команда? Сверху. Хеллрайдерс это вид, надо забирать таких игроков. Вот Афоня нашел Фату. И убей, умри, пожалуйста, Фата, пожалуйста. Что это вообще за выходы? Ну, да. Серьезно, что это? Он бы еще это было очень жестко. Он бы еще дошел Т3 бит. Таких Лишаков нельзя простить. То есть он сначала доходит, думает, а, дам, ладно, с молнией, дает молнию, а, ладно, еще станчик, ой, не убил крипов, и еще дам этого. Да, покири с хрена. Новый разочек дам. Тем временем находит у нас дред Нотейла ловят, влетает Легион Командер, БКБ жмет вовремя Афоня. Но у Легиона уже очень много урона, и Легион в итоге забирает себе еще больше. Несмотря на БКБ, у Афони здесь. Ну вот. Как-то не увидели они вот за этим деревом Бунсеван. Бунсеван 76 урона пока что. Но да, БКБ себя окупает. Гудам вместе с Романом. 2 саппорта на нижней линии. А Cloud9 решили, судя по всему, перейти в пуш. Прямо здесь сейчас, пока нету квапы. Попробовать, может быть, развести ее на байбек.
Ну, может получиться, потому что 36-39 секунд ее еще не будет. Визаж, Аганим. Три птицы теперь появляются. Что, не разведут на байбек? Хотя есть фортификейшн еще, 28 секунд. Я думаю, первое, что не развели, это на ТП-шечке. То есть они знают, что команда HellRiders будет здесь, никуда не уйдет. Вы подошли, побили полтавера и теперь ушли в вражеский лес. Предварительно, допустим, его можно завардить, тут поставить пару сентрей, и никто очень тяжело напасть первым. Ну, то есть в любом случае окупился этот выход. Да, да, самое главное, что вы заставляете просто врага вернуться на базу. То есть мало того, что люди тратят ТП, это очень важно, но мало кто ценит. Так второе, то что они теперь бегут куда-то, и Cloud9, я чувствую, просто понимают, что они идут вниз. Вот единственное, NoTail опять у нас стрял, но кидает, нет, не кидает, а спас почему-то. Нифига себе, он смелый. Чуть не погиб. Да, что опять NoTail делает странное, но в этот раз выживает. Но он спейсит, можно, вот это можно назвать спейсом. Он сейчас потратил приличное количество времени и фата. БКБ, моментальная реакция, это просто фантастика, как он в итоге забирает дреда, остается у нас один РМН, моментально себя перетягивается лансер, и пока до 4 плюс 1 отыгрывает просто на ура. Фата был готов к этому моменту, как только дред его укусил, в этот момент он нажал БКБ, феноменальная реакция. Ну, как сказал Иллидан в интервью Вилату на ESL One, что Cloud9 это команда, которая очень рискованно играет в плане прожатия своих скиллов. То есть, если они видят возможность, они стараются сразу нажать. И, как мы видели, сейчас Пата зашел. Если бы он не успел нажать БКБ, он бы умер очень быстро, но он успел и в итоге в секунду рассыпал вражескую команду. При этом еще и Bon7 получил дополнительный урон, у него уже 90 урона. 90 урона — это вообще не смешно. То есть это бесплатно, не занимающий слот лежит, и фактически он сейчас любого один на один с Блейдмейлом убивает. Если без Блейдмейла, если герой успевает включить БКБ, то, пожалуй, только Рейскинг выживает. Да, и опять отходят, смотри. Опять хотят развести. Вот они еще очень круто забайтили снизу, то есть 4 игрока, ну 4 игрока бегают снизу, Envy по-прежнему бегает один в своих лесах. То есть нужно какие-то варды поставить. Вот стоит очень хороший вард. Правда, не видит, как лансер фармит эти нычки, а нужно идти охотиться, потому что как бы вы ни напали вот сюда вчетвером, он тянется и будет 5 на 4. То есть нужно либо сразу идти всем в смоке подать, да, либо просто всем пятерым фармить свой лес. То есть по одному не... Рошан, и собираются драться. Залетает Bon7, начинает бить Вингу. Вингу удается убить. И это еще плюс 18 урона. Фата получает хекс, но выживает. Это минус хекс, минус БКБ на клопе. Ситуация очень печальная. Собирают Рейскинга. В последний момент хватает маны на ультимейт. Скинг нажимает БКБ. Бежит за ноутейлом. Дает критулю. Но Декрипифай спасает жизнь Биг Дэдди. Тем временем Никс, Карабасы, но это всего лишь битва с иллюзиями. Залетает Bon7, начинает драться один против всех. Никс с Аганимом закапывается на Рошане, восстанавливает ХП, дает потрясающий стан. Но Рейс Кинг уже в таверне. Да, эта драка была определенно за Cloud9. Уйдет драка отсюда. Ну и Рошан также достается. Очень здорово все сделали. Bon7, мне кажется, MVP вот этой конкретной игры. Потому что то, что он вытворяет со своими... Ну, как бы все просто. Не сказать, что это очень круто смотрится в плане какого-то микро. Он просто запрыгивает, он дает свой ультимейт. Но каждый раз он оставляет соперника в меньшинстве. И при этом набирает себе урона. Но он уже накричался. Он оффлейнер, который по фарму стоит в Race King, то есть он может позволить это делать, как по мне, ну, Майдсон и Мизери, то есть вот эти два парня сейчас реально официальный... Что, Мизери play... 7-0? Ну да. Напугание сделает. 7-0, то есть это официальный плеймейкер, поскольку они сейчас очень красиво раскайтили. Bon7 сыграл на себя команду, ворвалась к попа в Race King, они бегали, никого не могли забрать, пока там, ну, кидали копии. И потом... пережили прокаст, они просто добили их нюками. Ладерс, если не взрывает оппонента, то... Инга свапает Мизери. Мизери убивают, но у Мизери Аегист. Знали, кому отдавать. Самому главному. Да. Мизери просто лайк и полз. Ну, Мизери слишком много теперь сделал точно. Фата сразу же кастует БКБ, врывается в ВК. В ВК есть ультимейт. Bon7 тем временем бьет дреда, забивает дреда. Это еще урон, Рейскин кресается, заходит, Джакир представляется. Убьют ли Джакир? Угна высасывает
хп из Рейскингара, Рейскинг жмет БКБ, Квапа жмет БКБ. В итоге минус бараки, забирают Аегис, забирают Джакира. Мне кажется, даже не обратили внимания Шер на ком Аегис. Они захотели убить самого слабого, но именно этому самому слабому Клауд Найн отдали его. Я бы сказал, они захотели убить самого опасного, я смотрю. Я бы не сказал, что он самый слабый, он просто монстр. Ты посмотри вообще на это чудовище, ты посмотри на него, на его да. Суппорт бегает, боже мой, почти как Кэрри Рейскинг имеет Нетворс. Ну, слабее да. Только Джакира, но он Джакира не стали охотиться. И он еще опасен тем, что он сейчас восстанавливает здоровье 240 в секунду. Ты представь себе 240 в секунду. То есть бежит на тебя лишь рачок 20 булстоунов, да? 18 арморов, БКБ. Вы его фокусите, а ему еще по 240 приходит каждую секунду. Тут, по-моему, такого ДПСа нет. В Рейскинга он у него... 4 удара в 3 секунды, и у него дэмэдж, ну да, у него 240. Ну, тяжко. Армора. Тяжко, ну, да, согласен. Тяжко. То есть, пугну, надо ваншотать. И есть оружие против этого, есть нюкс. Нюкс у нас очень круто моноберни. Учитывая, что есть у него аганимчик, можно моноберните издалека. Да, там больше 100 интеллекта уже, это, конечно, очень много. Тем временем, Бон 7 набрал себе 126 урона. Охренеть. Но его надо просто как-то обойти. То есть, нельзя его бить. Вот эти каунтер-удары от пассивочки, они не прощают уже. Ну да, каждый противника. Его отхиливает, и плюс сам по себе наносит много урона. Да. Но Хелрайдерс сам находит. И Хелрайдерс пошли в пуш. Хелрайдерс нужно каким-то образом загангать. То есть вот есть нюкс, идешь нюксом, находишь кого-то, допустим, вслед за ним идет Квапа, там прыгает по кустикам, и вы убиваете. Если идти в лобовое столкновение, то у Cloud9 тут все в разы сильнее, да? Тут, ну, вообще все что угодно. То есть у нас в Рейскинг он лансера, как мы видим, пока не контрит. И вряд ли он его законтрит, потому что... Ну, это не тот сильный. Герой немножко. Верно, да. При этом есть еще Визаж со своими фичками, но... Как бы они не так сильно пробивают, учитывая, что есть медалька у Джакира. Вот как, точнее, не у Джакира, а кто-то медальку собрал сейчас. Джакира медаль. Да, медалька. То есть, ну, как бы ты не фокусил, вешается армор, и уже неприятно. Если соберет вот этот вот, ну, крутой артефакт, все, видно, что он почти вырубается из драки. Там очень маленький ДПС будет. Хотя он сам вешает, но это достаточно. Ну, законтрено нужно... будет. Да, да, и нужно где-то найти ДПС, потому что лейтгейм еще хороший. То есть аура ластила у ВК, есть минус армор от Винги, есть аура ДПС от Винги, просто нужно найти себе слоты. Там еще какие-нибудь кирасы желательно добавить Владимира, и вот Попалу очень скоро будет ДПСить. Но Cloud9 не дают этого времени, они заходят и собираются штурмовать. Но они просто спамят, если ты подходишь к базе, и уже у вас позиционочка, да, то что лансер спереди, кто бы на лансера не напал, он получает пресс за атак и моментально делает доппельгангер аут, поэтому хэрам нужно просто первыми инициировать. У них еще, ну, не считая того, что у Клаудов 15 тысяч голды, у них еще есть шансы. Такие легкие, но есть. Ну просто в прошлой игре был 15 тысяч голды на 20 минуте. Здесь уже вот на 40-й, то есть враг тебя перефармивает так процентов на 15, на 20. Это еще терпимо. Можно что-то сделать. Так что нужно... Да, находит вард. Рискнуть разок. Да, нужно рискнуть разок. Ну согласен, что все-таки такой разрыв, он чувствительный, но на такой минуте шансы против него есть. Я вот что думал, боже мой, прикинь, как это круто, Легион Командер в этих пиках. Вот многие думают, почему его забыли, я тоже думал, но вот сейчас он вот именно в этом пике раскрывается на ура. Дред нашел, ушел. Да, ушел. Вот попробовали загангать, ну побегали. Здесь не боец. Да, побегали, ну ничего, время пока выигрывается. То есть Рошан, если появится, он падает моментально, Хеллрайдерс его забирают. Там очень много минусов. Кираса готова у Легион Командера. Да, вот это вот показывает то, что Cloud9 знает нас. Толк в артефактах хороших. Очень хорошие артефакты, да. И Шивы еще у лишрачка. Ой-ой-ой, нападение Дреда. Мизери ставит вард, бежит, просто понимая, что он слишком тонкий. Поднимает воздух. Джакир наконец-то нафармил себе первый артефакт. Это Йул, и Дреда забирают. И сейчас еще и птиц. Вот это печальная история. Причем, да, пришлось перевызвать.
Ну, теперь птицы только одни будут в драке. На самом деле, вот эти птицы, если ты вызываешь новых, ну, точнее, у тебя заряженные птицы, они вписывают весь дэмэдж, ты их сажаешь, вызываешь новых, вписываешь еще раз весь дэмэдж, это очень круто. Но сейчас птицы будут только одни. И каждая потерянная будет очень сильно решать. Да. Никс выкупается сверху, Афоня с Хиксом и с почти дофармленной линкой, с дофармленной линкой. Мизери свапают, но сразу же фурстап, Лишрак запрыгивает в БКБ, Легион Командер также прыгает, дает дуэль в Рейскинга, Квапа, Раскаст, минус Пугна, минус Рейскинг первый раз, Дреда забрали после байбека, потрясающая спас от Джакира, все в стане, Фата, ой, как же больно здесь раздает Этернал Энви, по-моему, он здесь сейчас похоронит один всех, ну, потому что против него уже ничего нет, да. Это минус 5, ультракилл от Envy, который фармил всю игру и нафармил. И Cloud9 проходит в следующий, четвертый раунд, обеспечивают себе топ-5-6, обеспечивают себе призы. Будут ждать развязки матча Team Secret Ninjas in Pyjamas. У нас следующая игра данного турнира запланирована на 27 число. Virtus Pro будут играть с Evil Geniuses. Это Венера, это битва за выход в гранд-финал из гарантированной топ-2. Интереснейший матч обещает быть.